Ну вот они подошли, расстреливают. Все, держим на границе. Сюда даже подойдем. Герой упакован, в принципе. Даже эти плюс 2 к атаке очень решают. Надо апнуть моих бычков. А Тазаром тупо станем тут. Все, там и стой. Да, тут можно победить одними быками. Просто тупо стоя у ворот. Сколько бы его ни пинали, они выживут. Все. Граница на замке, никто не пройдет. Не хочу вас ни принимать, ни драться с вами. Забираем. Я еще раз. Я так понял, здесь почти все присоединяется, так что... Как-то так. Идемте через все границы, так быстрее. Да, я хочу пройти и тут тоже. Молодец. Пропускаем день, белка какая-то там. О, нифига. Я аж подавился. Так, все хорошо. Змеек много. Ускоряем вивер. Пинаем вот этих. Ну, видать, они по скрипту должны были драться, так что... Так что ушатываем. О, не надо мне ничего больше. Так, этих убьем, получим. Все, вообще хорошо. Все заберем. Вся карта наша. Единственное, не знаю, что там на воде за артефактом. Думаю, без них проживем. Итак, ты слишком упакованный стал. Да. Пум, все, плюс один. Герой там, конечно, уже выходит всякие, но... Толку от них, если они не могут выйти из замка вообще. Так, Тазар, беги домой. Это теперь твой дом родной. А я встану на твое место и буду внушать. Ну все, убиваем. Мне интересно, что он думает сейчас, глядя на все, что перед ним. Та. Бедная мелодия. Так. Периодически я проверяю чат. Так. 25 лучников. По идее, должны сдохнуть. Да. 10 силы магии, правильно? Да. Обеспечивает нам довольно хороший прирост по урону от заклинания. Поэтому надо это использовать. Будем колдовать как можно чаще. Хотя одну виверну убил, уже молодец. Пяу. Так, и чё? Я запинал красного. И что мне теперь? Теперь я изучил удачу. Пропускаем день и... И всё, да? Что я должен сделать? Нужно... Флаг над всеми шахтами в регионе. А-а-а! Чё ж ты мне сразу не сказал? Тазар, иди забирай это. А я на шахты вообще забил такой, думаю, ну и надо. Надо ли оно мне вообще? Блин, ну ладно, сейчас всё. По крайней мере, нам конкурентов убирать больше не нужно. Об этом мы позаботились. Бычков сюда специально поставил, потому что они ходить больше не будут так просто. Отвлечь внимание от чего-нибудь. Так, это моя шахта. Так, заберем. Не нужно. Просто бегать и брать шахты. Довольно просто, правда? Так, раз шахта, два шахта. Три, четыре, много.
Давай еще героя мне. Так. Бери. Будешь у меня шахты забирать. А я пока буду забирать его под себе. Надеюсь, он действительно перенесется. Если да, то это будет огромный буст, в принципе. Причем реально огромный. Так, что я не взял? Вот лесопилка. По-хорошему, мне надо сейчас вот в этот репортал. Вот сюда. Он нас перенесет к золотой шахте, мы ее заберем. Так, смотрим, что может забрать Тазар. Ничего, иди домой. Так. Мерланда. Мерланда, Мерланда. Ты можешь забрать вот еще две шахты. И будешь молодец. Так, сверху, по-моему. А, нет, просто грифоны. Стик бежит. Так, это мешает. Сюда. Тазар бежит домой. По карте я вижу только вот одно. Не заняты, остальные мелкие. Давай. Эпик файт. Просто не знаю, как тут победить. Это слишком сложно. Ну и все, собственно. Сейчас мы его с выстрела должны ушатать. Бам. Все. Забираем шахту. Оп, поздравляем. Все, спасибо, спасибо. Компания, сохраняем, да, да. Так, вы должны накопить 200 тысяч золота. Лишь 12 уровня, однако. Восьмерых из них вы можете взять с собой в заключительную миссию этой компании. Восьмерых. Что мы хотим? Три птицы рух, два циклопа или одного? Циклопа хочу. Нет, циклопа хочу. Ваши успехи привлекли внимание дикарей Крефлода. Это самый неприятный сосед Ирафии на Востоке. Их вражда стала притчей во языцах. Благодаря Крефлоду армия Ирафии всегда находится в боевой готовности. Совсем недавно очередная схватка завершилась победой дикарей. И особенно странно то, что им удалось захватить много пленных. После допроса стало ясно. Без короля Грифонова сердца Ирафия перестала быть той великой и грозной Ирафией. Ваша задача – как можно быстрее разграбить земли Ирафии на границе с Кремлодом. Война будет обсуждаться, когда они получат необходимые ресурсы. До тех пор им нужно ваше независимое участие. Если вы потерпите неудачу и будете взяты в плен, Кревлад объявит вас фанатиком, пошедшим на конфликт и вовлекшим в него свой клан по собственной инициативе. Ну ничего себе. Так. Да. Так, 300... 300... 300. 200 миллионов надо накопить, да? Отлично, мы сделаем это. Тогда сразу будем упираться в деньги. Сразу по префектурке, по муниципалитету. Ну, все как надо. О, кстати, уже по 15, ну-ка. А сложность нету, да? Ну ладно, ну и хрен с ней. Так. В любом случае, это уже не пешка, это радует. Забираем все, что можно. Собираем, бегаем, ищем, смотрим. Так. Все-таки орков надо построить. Стрелки мне пригодятся. Без них как-то печально. Так, да и здесь.
Я бы, конечно... О, кстати, мне на циклопиков хватит. Так, забираем, что можем забрать. И, кстати, интересно, здесь враги вообще есть или просто мне надо собрать денег? Ох. Ох. Шива мне как герой не очень. Мне больше нравится Зубин сейчас. Из тех, кто есть. Вей. Так, пещера циклопа, форт Огров, строим. А, и все, и облом. Цитадель. Еще героя наймем, пусть бегает. А что, хуже не будет. Действительно. Так, оставляем. И ты где? Вот. И ты бежишь брать мне лесопилку. Зубин идет сюда, берет атаку, смотрит, что дальше. Шива, ничего пока не собираем, просто берем все, что есть. Заберем форт Огров и циклопы, все. Вот с этим зданием нам вообще просто теперь играть будет. Улучшить мы его легко сможем, а с улучшенными циклопами разговор обычно короткий со всеми. Нам просто надо все собрать, я так понял. Что можно здесь построить? Например, столовую. Нам будут давать больше гоблинов. Забираем. Нет, не надо мне это. Разведка это не очень вообще. Ну, как бы видим мы дальше, но толку от этого мало. Это мое мнение, вы решайте сами. Так, это... Земля не очень хорошая. Так, мне не хватает дерева теперь. И... Опять построим столовую. Пригодится. Гнездо на скале. Если я сейчас его построю, я потом жестко просяду. Башня орков. Берем. Не могу это пройти туда. Меня никто не... Ну ладно. Подождем 7-го дня, возможно. Получим какого-то героя интересного. И его сделаем главным. Или им будет хуже. Посмотрим. Так, 6. Гильдия магов. Тут мы можем строить только храм Волгалы, плюс один к атаке. Всегда полезно, особенно такому замку, как Цитадель. Ой, стой. Куда? Вот, вниз. Там дерево ждет нас. Тут что? Тут сундуки, я не могу их брать, потому что я еще не решил, кто мой герой. Точнее, брать-то я могу, но не буду. Так, ну-ка иди сюда. Что у нас в мельнице? Ничего. Так, цитадель. Обязательно. Мне нужны дополнительные юниты. Так, отлично. Так, тут получаем. Все, ты добегался, отбегался. Что за герой у нас в таверне? У нас Деса. И Мальком. Давайте подумаем. Точный Зубин. Он хорош тем, что лучников. Усиляет. Ну, банально тупо из-за своего заклинания. Оно у него будет очень жесткое. Но только одним заклинанием тащить нельзя. Шива. Шива, она очень хороша своими рухами. Но мне не нравится разведка. Надо подумать. Или ждать еще одну неделю, пока дадут что-то другое. Так я, наверное, и поступлю. Пока что будем строить, что можем. Так, кузница. Тут мы можем гнездо на скале построить. Пусть будет. Можно нанять лесу. Пусть сидит в замке.
И о. Крылеон. В принципе, вот его можно и сделать главным. Ну, банально из-за того, что замок у нас воротский. Одни бородатые мордовороты в нем. Умом никто не блещет. Так, давай тебя наймем сюда. И подумаем. Так, Гречин. Гречин, он очень хорошо поднимает гоблинов, но на одних гоблинов мы не затащим. Мягко говоря. Так, забираем. Наймем. Так, забираем. И строим храм Волгалы. Нет. Да. Все равно его не было, поэтому пригодится. Вообще, какого-нибудь крэкхэга бы нанять и все, и вообще забыть о том, что мы паримся о чем-то. Так, полкарты наши. Кстати, не вижу, чтобы... А, нет, красный что-то там делает. Так, да ладно. Так, третий день только. Рынок. Так, а здесь мы ничего не можем строить, да, плохо. Дерева нет совсем, хотя у нас две лесопилки. Так. Все отходил, все забрал. Что тут? Магия воздуха. Так, вот, сюда надо. Вей пусть стоит тут. Ты что, ты все. Забудь. Будем собирать здесь гоблинов. Все, что могли, мы забрали. Эксперт нападения живо. Так, пятый день. Мы строим муниципалитет наконец-то. А здесь мы построим хранилище гильдию магов. Я думаю о том, что надо построить хранилище, я говорил, собственно, по Фрейду, что ли. Как-то так. Так, а почему ты не хочешь... А, вот так вот, засада. Ладно. Ты бежишь, собираешь, пятый день, ты все успеешь. Тут всадники. Тут орки. В общем, наняться решил, товарищ. Ждем один день. Точнее, два дня. Здесь я не могу построить замок, поэтому Капитолий нам пока недоступен. Хотя могу и сделаю. У нас слишком много ртути, она нам нафиг не нужна. На следующий день у нас будет Капитолий. Берем гоблинов. Вот это нам бы надо... Ой, этот спокойно можно забирать. В общем, тот герой, которого мы сейчас возьмем, будет очень хорошо прокачан. Надо только решить, какой. Капитошка. Капитошка нам поможет. Немножко. У нас есть 800 монет, как раз на рынок хватит. Ну, что нам еще надо? Все. Заберем вот так. Все, пропускаем день. И смотрим на героя, который там. Так долго мы ждать не можем, поэтому надо решить уже, кто будет. Вистан. Очень хороший герой для болота, но... Но. Ладно, тогда Крылеон будет наш главный герой. Да будет так. Да. Как-то так. Кузница. Давайте построим кузницу. Не надо тратить время, легче потратить ресурсы. Десса хорошо бегает, но он... Давайте решать, Десса или Крылеон. Кого-то одного из них надо вы... Ну, я знаю, что это как бы намного быстрее, но у меня нет виверн сейчас. Ладно, посмотрим. Я и так все, что мог, посещал. Так. Так.
В принципе, это жесткие парни очень. Все, ладно, ты будешь нашим главным героем. Бульбазавр, блин. Я выбираю тебя. Так. Улучшаем циклопов. И нанимаем циклопов. Ждем еще один день. И потом идем собирать урожай. То есть все, что... есть, мы соберем. Из армии мы оставим вот так вот. Все. Изучаем. Книгу не можем, ждем еще один день. Нам все равно надо деньги копить, поэтому я притормаживаю как могу. Все, все, понеслась. Пошли собирать. Сейчас мы все изучим, все получим. Героя апнем. Так, что не так? Собирай. Потом передашь. Ты что? И тут у нас, да. Все, смотрим, что как есть. И относим их нашему герою. Тот так, нехотя, но забирает. Лишними они не будут. Все. Отчитался, иди обратно. Будешь на сборе. Ой. Ладно, раз я пошел этим вниз, то давайте бегать так. Муниципалитет я строил? Нет. Тысячи нет. Все, тысяча есть. Есть муниципалитет. Все, деньги теперь капают. В принципе, можно тупо стоять на месте, ничего не делать, но это... слишком ужасно. Поэтому мы будем бегать и апать своего героя, как можем. Сейчас соберем все, что есть. За максимум силу, раз уж он в этом направлении. О, герой пришел. Лидерство берем. Замок очень тупой, поэтому лидерство, удача, прежде всего. Мудрому воину. Иди. Покажи ему свою мудрость. Видите? Не дают ему вообще ничего. Никаких мудрых людей у нас нету. К несчастью. На, забирай, ты очень мудр теперь. Все тебе. Так, и бежишь домой. А мы собираем по себе. Кстати, возможно, надо было брать баллистику. Я не буду ему брать никаких магий. Он тупой. Мудрость. Давайте возьмем мудрость. Вдруг прозреет. Когда-нибудь. Так, у нас уже 27 тысяч. Давайте посмотрим, что тут. А тут ничего. Построим хранилище ресурсов. И тут нам надо бы построить пещеру циклопов. Но для этого нужен фортограф. Было ясно сказано, что надо накопить только 200 монет. Тысяч. Правильно? Ну да, надо накопить 200 тысяч денег. Ну, этим мы займемся. А пока что собираем. Магия воздуха. Нужна ли магия воздуха варвару? Нет. Собираем все остальное. Так, посещали. Отлично. Ну, удача, лидерство, там, защита, логистика, магия земли. Вот она мне больше всего нравится, но есть ли смысл ее брать? Да, возьмем. Не могу не брать магию земли. Так. Соберем. Можно не драться. Собственно, и хорошо. Так, берем все. Лапаем по полной. Вот, удачи, берем. Все, что хоть как-то на атаку влияет, надо брать. Замок пока
борцовский. Что еще? Давайте вскроем поскорее. Горгулька. Ну, горгулька, и нам она не нужна. Так, кстати, я забыл. Нет, все правильно. День. Да. Ресурсом вагон просто. Так. Что тут посещали? Давайте убьем копейщиков этих. Не, мы их убьем. Заодно проверим, что из себя поселяют циклопы. На данный момент. С хорошей видимостью и удачей. Это должно быть что-то страшное. Так, вот они подходят. Бах. И один из циклопов. Да. Такой защищенный герой у нас получается довольно. Плохой склеп. Я ожидал чего-то с вампирами, например. Но не судьба. Ушатываем все, что стоит. Получим немного денег. Заберем трубу. Чего два минуты давай. И что? И все ли я собрал? Так. Не было. Бежим. Главное, чтобы не произошло такого, что. Так, не было. О, все. Что-то тут все бегаешь, друг. Главное, чтобы не было такого, что я вот что-то не дособираю, у меня деньги будут разные. Но я за этим буду следить и в определенный момент просто спущу деньги на что-нибудь. С расчетом. На то, что они еще вернутся. Все. Так, кстати говоря, о птичках. Давайте отстроим весь замок, пусть копится. Состоялось через этих пройдем. Не обязательно. Забираем. Что еще? Тут я не был. Сейчас поднимем силу от атаки магии, которой у него нету. Да, в данном случае лучше знания. Здесь реально ничего нету. Так, отлично. Продвинутая защита. Все, бежим домой. Подумаем, что тут можно взять. Улучшаем орков. Потом улучшим рух. Тут улучшим циклопов. Потом орков и рух. И возьмем их в армию. Посещение состоялось. Все. Почему тут не горгульки? Так, улучшаем рух. Теперь они будут бить молнии сверху. Очень полезно. Иногда даже решает. Так, бегемотов. Давайте бегемотов построим. Почему бы и нет? Пригодятся. С гаргами драться не обязательно. Волчат я бы себе улучшил. Единственное, что. Уж с одним волком в армии сидит. Шива. Шива. Так, займемся здесь тоже улучшением волков. Отпускаем день. Уже 94 тысячи денег. Все, волки у нас уже хорошие. Бьют два раза, бегают быстро. Далеко. Так. Улучшаем. И давайте наймем. Всего 9 птиц рух. Мало. Ну, это уже хорошо. Так, огры. Давайте улучшим огров. И пойдемте на сторону красного воевать. Можно, конечно, и бегемотов забрать. Ну, в принципе, да. Можно их забрать.